Ну вот так, такая тут у меня Германия. Знаешь, конечно, нужно иметь какие-то идеалы в голове. И Европу, вот конкретно Германия, знаешь, вот 20 лет назад, когда я писал свой рассказ 23 главы, который вообще-то начало моей эпопеи, которую я писал тогда. Я же сразу взялся за эпопею, потому что я любитель эпопеи. Я люблю большой роман, кстати, которого ты проживаешь целую жизнь. Вот я сейчас прочитал «Милый друг Мопассана». Ты знаешь, я прямо прожил с ним жизнь. Удивительно. Вот, понимаешь, удивительно, что я именно познал эффект от этой книги. И только прочитав его полностью, от точки до точки. Понимаешь, я же начал уже было говорить, что Мопассан не великий писатель. Мопассан, конечно, великий писатель. Безусловно. Особенный писатель. Совершенно непознанный еще мной, поэтому я не знаю сейчас, как найти тот видос, где я как бы разочарованно о нем говорил. Никакого разочарования нет. Понимаешь, в том-то и дело. Вот эти, так сказать, время кратких содержаний, это ужасно абсолютно. Потому что роман, он написан, ты должен его прожить, проследовать. Тогда, как говорится, будет эффект. А вот что касается, да, вот я начал говорить про идеал. Вот идеал, это мне казалось раньше, что это коттеджный поселок в Германии, около германского леса, все укрыто глубоким снегом, хотя там никакого глубокого снега такого прямо и не бывает. И машина такая, знаешь, как мне представлялось тогда. Какая самая крутая машина мне представлялась в 2003 году. Volkswagen Golf. Помню, что у меня дядя купил себе Volkswagen Golf, а у нас еще была Волга 31. И насколько он, не знаю, просто легко шел, как-то очень ходко, легко. Разительный был контраст между иномаркой и нашей машиной. Разительный. Вот в те годы, когда у нас появилась Kia Sportage. Блин, ну это, конечно, просто небо и земля. Небо и земля. Поэтому думаю, даже сейчас где-нибудь раздобыть. А что раздобывать? Я вот проходил тест-драйв, я уже говорил, на УАЗе Патриоте. Господи, после этого я сел в свой Hyundai и просто перекрестился, как благодать Божию. Так я-то и так знаю, но все познается в сравнении. Конечно, от этого волей-неволей не убежишь. Ну вот так уж, если обозревать окрестности, то в хорошем настроении.